Здравствуйте! Это инструкция по применению суспензии Prozytel особый для кошек и собак всех возрастов. Наверняка вы уже помните Prozytel особый для животных старше 6 лет. Так вот, наш новый препарат не просто сменил упаковку, он прошел новое исследование, и теперь он предназначен для всех кошек и собак без исключения. Ведь каждому питомцу нужна бережная обработка от гельминтов современным препаратом. Для чего? Чтобы любимец прожил здоровую, активную и долгую жизнь. Большинство антигельминтных препаратов имеют ограничения в применении. Какие-то нельзя применять после родов, а какие-то противопоказаны беременным и ослабленным. Но ведь проблема заражения гельминтами существует у всех животных, и решение нужно для каждого. Таким решением как раз является Prozytel особый. Благодаря современному составу суспензия имеет самый низкий, 4-й класс опасности по сравнению с другими антигельминтными препаратами, существующими на рынке. Применяя препарат, вы проявляете особую заботу о здоровье питомца. Разработала и производит суспензию НВП Астрофарм. Это уникальная запатентованная разработка нашего предприятия. Срок годности препарата 2 года, после вскрытия 1 год. Prozytel особый предназначен для кошек и собак и особенно для этих групп животных. Состав препарата учитывает особенности организма питомца в эти периоды жизни. Суспензия уничтожает ленточных гельминтов и круглых гельминтов. При обработке препаратом у питомца не возникает неприятных ощущений, потому что в составе инновационное для антигельминтных препаратов действующее вещество R-прозиквантел. В нем меньше горечи, из-за которой при использовании других антигельминтиков так сильно текут слюни. А еще R-прозиквантел действует бережно. Именно использование этого компонента в составе препарата позволило снизить его класс опасности до минимального. При создании препарата реализована концепция бережного подхода ко всем животным без исключения. Поэтому в состав Prozytel особого включены силибин и инулин. Комбинация действующих веществ в препарате запатентована НВП Астрофарм. Это значит, что лекарства такого действия вы не найдете больше ни у одного производителя. Смотрите, препарат выпускают в форме суспензии для кошек и котят, собак и щенков разных весовых категорий. Давайте разбираться, как правильно применять Prozytel особый вашему любимцу. Антигельминтик даете животному для профилактики один раз утром. Для лечения при явных признаках заражения дважды с интервалом в 10 дней. Суспензию питомцу даете в пасть с помощью шприца-дозатора. Голодная диета при этом не нужна. Обработку от паразитов своего четвероногого друга повторяйте раз в 3 месяца. Давайте разберем, как использовать препарат кошкам и котятам, а как собакам и щенкам. Кошкам и котятам с трехнедельного возраста даете 1 мл препарата на 1 кг массы тела. Взвешивайте любимца, взбалтывайте флакончик. Если ваша кошка весит, например, 3 кг, отмеряете 3 мл и даете препарат кошке. Во флаконе 10 мл, вы использовали 3, осталось 7. Поставьте флакон в холодильник до следующей обработки. Суспензия хранится в холодильнике после вскрытия флакона в течение года. Щенкам препарат дают с двухнедельного возраста. Для каждой весовой категории собак существует свой Prozytel особый. Выбираете подходящий и даете любимцу в зависимости от веса. Сколько давать, узнаете из этой таблицы. Набираете нужное количество препарата и даете собаке в пасть шприцом или с лакомством. Результат – любимец избавлен от внутренних паразитов бережно. Спасибо за внимание! Выбирайте для любимцев современные препараты и используйте их по инструкции. Пусть ваши любимцы будут здоровы! Prozytel особый доступен каждому хозяину собаки или кошки. Покупайте препарат в зоомагазинах или интернет-магазинах России.